как автолюбитель я в ужасе. Дороги мертвые. Делать ее надо всю. Чернышевскую. Да, полностью. Не очень. Особенно Чернышевского, вот этот вот пролет, он там уже пару лет не сделанный. Машина разбивается, подвеска, приходится раз в год ремонтировать. А как бы с нынешними ценами это сейчас дорого. Такое ощущение, что не в прошлом году все это ремонтировали, а десятилетия назад. Вместе с первым снегом все сошло. Что про Чернышевского конкретно скажете? Ну, она убита полностью. То есть даже там, где нет таких выбоин, как здесь, а есть лапки, которые проседают, и, соответственно, машина на них просто разбивается. Самая проездная магистраль и жуть какая-то. Постоянно прорывы, постоянно копают ее, закопали, сделали, положили новый асфальт и начали заново копать. Мне вон друзья из Оренбурга прислали свои отзывы, ехали недавно через Саратов, вот прям только сегодня. Как раз вот они спускались по этой, по бабушкиному взвозу и поехали сюда. Говорит, как вы тут ездите. Ну, где-то получается объезжать, где-то приходится прям в ямку бухиваться, как бы тратишь деньги на шумонтаж, на подвеску. Дороги ужасные. Она вся разбита, потому что ее постоянно копают, латают. Пассажиры что-то говорят как-то? Конечно. Кому нравится эта тряска в салоне?